Селена берет разгон. Пошла, пошла, пошла. Ну-ка, ну-ка. Как настоящая морковка с зеленой ботвой. Вау! Вау! Так, ну-ну, мне вот это вот. А, ладно, ладно. Привет, мои хорошие. Начинаем влог! Привет. И наконец-таки долгожданная Кристина у нас в гостях. Привет. Да, ее 100 лет не было, она вчера приехала. 150. Мы с ней провели прямой эфир, искали ей в прямом эфире жениха. Мы нашли, нашли. Нашли, да, Сергей пока что у нас на первом месте. Думаю, через 3 года они как раз-таки... Как раз и я уже буду взрослой вот здесь. И он будет уже повзрослевший. Он физически будет взрослый. Вот, да, так что успешно провели эфир. Кристина была просто супер огненная красотка. Красивая, невозможно. Я даже просто померкла на ее фоне, да. Но эфир был вообще крутой, классный. Очень много людей зашло. Ну, в общем-то, мы радовались. Смеялись. Да, кто были с нами, привет передаем. А теперь, Кристина, расскажи для наших зрителей, почему тебя так давно не было, и многие начали писать уже, что может быть что-то случилось, и ты да ничего не разлюбила недавно. Меня? Ничего не недавно. Просто была весна, зима, и работа поднавалилась. Осень, снова зима. Да, ну короче. Я взгрустнула сразу, все хорошо. Она меня любит все равно. Конечно. Мы созванивались регулярно, и просто это ужасно. Нет, погода у любой природы. Короче, все хорошо. В общем, я уже рассказывала, да, что Кристина просто была занята, то туда, то сюда, то праздники. И вообще, знаете, я что считаю? Я сама себя подставила. С Кристиной стала блогером, стало меньше времени. Нет, я прекрасно понимаю, конечно, блогерство это очень тяжелый труд. Там действительно нужно снимать, нужно вдохновение искать, куда-то съездил, то сём. Потом монтаж очень много времени занимает. Тем более у всех по-разному, да. Я, например, могу что-то делать быстро, а Кристина, например, она чуть-чуть, допустим, делает это медленнее. Чуть-чуть. Зато качественнее, да. Подходит к видео совсем по-другому. Вот. Ну, как бы работа, понимаете, такое дело. Все, потеряла подругу. Ну, как бы 50% минус. Мама. То же самое. Да? Приезжала ко мне с Денькой там все время, там вот все, 5 дней в неделю, выходные, только выходная. Стала блогером. Потеряла маму. Потеряла маму. Вот такие дела. Поэтому, да, и она стала меня понимать сразу и говорит, да, действительно, я понимаю, что это такой большой труд. Поэтому вот, кто не пробовал, просто тот не поймет. Это нужно попробовать. Особенно тему придумать. Тему сесть придумать, ровно. Придумать, как ее снять, все это как показать лучше, потом все это смонтировать. А бывают еще все время какие-то эти казусы, да, там то. Переснимать, когда это вообще. То интернет, то переснимать, то какой-нибудь звук не тот, то не то, то вдохновение у тебя нет, то настроение у тебя не то. Ну, в общем, бывает все. В общем, все да. Хорошо, что хорошо заканчивается. Начало лета, вернее, весна, май, да. Труд, май или что это. Да, Кристина, короче, к нам приехала, сейчас у нас 9 мая, мы сейчас идем проводить прямой эфир на нашу главную площадь, и как после эфира я что-нибудь подсниму на видео, посмотрю, ну, тоже посмотрите, кто не заходит на мои стримы, посмотрите, что кто же не было. Заходит на мои стримы. Ну, тебе понравилось, кстати? Прикольно, у тебя кабинет классный, как-то так душевно все, сама не ожидала. Да, очень крутенько. Так все подсвечено. Будешь заходить к нам чаще. Особенно вот это GTA, лучше игры. Я помню, я когда на это, гоночки подсела, вот эту не понимала. Сейчас, ну, интересно, двумя рук, короче. В общем, это очень интересно, забавно. Но вот это... Еще что надо теперь денег на оборудование, если... Ну, в общем, Кристинка тоже хочет играть. Вот. Куча мыслей разбегается, много эмоций. Много эмоций, все, поехали, да. Ой. Погода ладно. Была прекрасная, принцесса была ужасная, а подружка симпатичная. В душе, в смысле. Че, обосрала? Я шучу. Вообще, почему обосрала? Это такой мультик есть. Погода была, а потом там, днем во втором часу, ну все, заблудилась принцесса в лесу. Ну что, мои хорошие, мы пришли на набережную, но не на ту набережную, на которую обычно мы ходим или ходили когда-то с вами, а на набережную Левобережную, на которой я еще ни разу не была. А Кристина здесь, оказывается, была и говорит, что здесь плохо с туалетами. Еще сегодня у нас ветер, и, в общем-то, возможно, меня плохо слышно, возможно, это вообще не выйдет в эфир. Посмотрите, какой вид. Вот и все. Вот и весь парк. В общем,
А на чем мы остановились? Я что снимала тогда? Мы шли на красивое место. А, мы шли красивое место, да. Мы же до этого уже много где были. В общем, мы нашли место, и наконец-таки на Левобережной попала в этот парк, который отстроили возле нашего стадиона нового. Я не была ни разу, пришла первый раз, и оказывается, здесь классное заведение есть, называется Южный. И вот мы сейчас едим. Кристине, я думала, говорю. Положили очень мало сыра. Очень много сыра. Дай кушу, блин, так вкусно. Не, я хочу тебя кусить. Хочу кусить у тебя. Боже, так вкусно. Крис, я доем. Я свою еду просто еще не попробовала. Мне кажется, тоже очень вкусно. Я взяла жаркое из свинины. И чай очень вкусный. Короче, на Левобережном, вот это вот, вообще на этой набережной, которая с левой стороны находится, здесь проблемы с туалетами. Но если ты заходишь в заведение, у них есть свой туалет, так что все нормально. Вот. В общем, мы сидим, отдыхаем, дальше посмотрим, что будем делать. Красивый голос у девочки. Для вас выступала музыкальная школа имени Глинки. Поддерживаем аплодисментами и говорим нашим артистам большое спасибо. Коллектив является победителем на конкурсах в Италии, Латвии, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Поддерживаем громкими аплодисментами. В общем, все, мы идем с Крис уже к выходу. Мы поели очень вкусно, хорошее местечко такое, прям в московском стиле, я бы сказала, в современном очень, и цены там такие тоже хорошие. Очень огромная здесь детская площадка, просто огромнейшая. Тут с детьми много времени можно провести. Красивая набережная, чистенькая, аккуратненькая. Вот мы идем здесь, очень красиво. А там песочек еще, Кристинка. Ну, вот там сзади нас. Всякие лоточки стоят, вон детская, кафешечки. Вот песочек. Чего ж мы на песочек не пошли? Ой, здесь вообще будет классно летом. Я, конечно, в Дону уже давно не купаюсь, но будет классно, мне кажется. Просто даже посидеть на бережку. Очень красиво тут. Большая набережная. Как настоящая морковка с зеленой ботвой. Мы ехали в маршрутке под номером 1. Говорю это. Селена, может, ты меня покрасишь? А я все спихнула на маму. А Селена говорит, мам, Чель, может, ты покрасишь Костинку? Это даже лучше. Потому что мама Чоли прокрасила меня как следует. Я бы так не стала бы заморачиваться. И ничего не больно, я чуть не уснула. До сих пор спать хочу. День второй у нас, крошки мои. Кристина решила покраситься, обещала красный цвет, но лично мне кажется, что она будет... Красный-красный. Непонятного цвета. Но медный. И мне кажется, огненно, а рыжий будет прям. Ну и что, да. Красного минимум так добавили. Вот. А там медные, не помню. Так что не русалка ты будешь, а Ариэль. Кстати, на Кристинку канал оставлю под видео, если кто-то еще не знает. Она там вечно экспериментирует со своими волосами. Я думаю, что когда-нибудь она будет чисто красной. Хотя до конца мы еще не знаем, какой будет цвет вот этот. Нет. И это, я все никак не сделаю. Ну, ладно. Это секрет, останься. Мне даже тяжело держать камеру. Смотри, какой ракурс. Должен быть вот такой. Вот так-то тяжело мы держать так камеру. Мы смотримся. Да, поэтому мы вот так немножко будем смотреть. Дэнь, ты чё? Ты
все там взял. Ты че, пупсик? Пупсик же мупсик, ты че? Ты че, мой пупсик же мупсик, ты мой мышелотки? Маму любишь? Да. Что же мама повторяет? Эй, эй. Глазки голубые, мой раз чудесный мальчик. Ну че, а как тебе в роли парикмахера? Нормально, че, мне привычно. Не впервые. Да. В общем, вот так мы проводим выходные весело. Маленькой семейной компанией. Собираемся потом пойти погулять. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Ссылка на мамочулю внизу. Да, оставлю ссылку на мамочулю. Оставлю. Мы сидим с Кристинкой в темноте. На самом деле мы в каком-то веке собрались в боулинг. Я не была там 300 лет. Последний раз была в боулинге с такими длинными нарощенными ногтями. Все пообломала и тогда сказала никогда. Дала себе зарок просто, что никогда я больше в боулинг ходить не буду. Бедные мои ногти. Но помню, еще грязные что... были, да? Нет, были чистые. Но помню, что мне понравилось там. И уже давно я Кристинку зову в боулинг, и все, у нас не складывались условия. А сегодня настал тот день. Да лучше бы не настал. Почему? Ты не хочешь боулинг? Ну, хочу, хочу. Вас ожидают, уже выхожу. Пошли, побежали. О, все, наше такси приехало. Слышите, фан... Слышите фарами светит? Офигеть, я думала, минута, это они обманывают. Нет. Девушка у нас, леди. О, у нас девушка за рулем. Прикольно. Ну что, в боулинге встретимся тогда. Та-дам! И мы в боулинге. Никого нет вообще, представляете? Никого, пустые дорожки. Мы сейчас заказали себе ням-нямушки. И я бью. Кристина подает мне мяч. Сейчас она снимет мой коронный удар. Не знаю, какую тяж ты выберешь себе. Какую тяж ты возьмешь? Полегче. Полегче. Я возьму. Селена берет разгон. Оранжевый. Пошла, пошла, пошла. Ну-ка, ну-ка. И... Ова! А я в профи. Один еще хуже выбивает. Один остался. А, да что ты? Слющий. Я забыла вообще, как слющий. Я 10 лет не ходила. Кристина, опять нет. Да, готово. Ну-ка, давай. Глаз, прицел, алмаз. Стойка. Ну-ка. Не успела записаться, тут выключилась. Да, все сбила. Я не научилась разбегаться, я не разбегаюсь. Вообще на самом деле. Вообще-то правильно? Надо разбежаться. Давай, да. Я сниму твой разбег. Я разбегаться не умею. Давай. О, ну и что это? Надо разбегаться уметь. Нормально, два осталось. Нормально, но я всегда бью, знаешь как? Смотри, как я раньше. Давай. Я всегда бью. Это первый раз я разбегаю. Давай, мастер-класс. Ну, смотри. Так тоже плохо. Понятно. В общем, мы эту формулу не разгадали еще. Так, у нас с Кристиной, у нас вообще 22-22 с тобой, да? Посмотри. Крис и Селена. Крис, у нас по 22. Короче, в конце покажу, кто выиграл. Ставьте, сделайте ставки, пишите, как думаете, кто выиграет. Кристина? Смотрите, какого цвета у нас напитки. Оказывается, здесь такое освещение и швепс. Это швепс принесли, и он такой же. Хотя он говорит такое освещение, но почему-то нам принесли вот другой напиток, Куантро. Он белый, а швепс именно пришел. Нифига это не освещение, это швепс, блин. Еще здесь очень вкусная картошка. Крис, давай иди бей. Я вообще веду конкретно. У меня. Новичкам всегда везет. Кто новичок тут? Я не новичок. Смотрите, 65-47. Может быть, конечно, сейчас Крис сравняет счет. Мне не нравится этот рыжий свет. Я хочу немного холодненького, хорошо. Да. Ну, Крис, расскажи, как сегодня сыграли, какой счет? Я Селена. Да. Ну, да. Короче, из предыстория, да, она все, вот все, раскрылась, и карта сразу. Предыстория такая, что мы играли,
играли. Я была сама собой, Кристина была сама собой. Поиграли 2-0. Естественно, Селена была впереди, хоть и новичок, хоть и Кристина. 5 лет играла в денди, в боулинг. Она профессионал, можно сказать, в этом мире. Но что-то не пошло, а все причина в том, что кривые дорожки просто... Да, Кристина? Я умею строить траектории. Насколько кривые дорожки? Я умею так строить траектории. Кривые дорожки. Насколько? Ну прям видно, знаете, катится, вдруг раз такая вот так. То есть она кидает прямо, потом дорожка вдруг начинает искривляться волнами. Она вообще, на дорожка на глазах вот так начинает. С препятствиями была. Короче, и потом на третий раз, уже на третий раз игры, мы решили поменяться местами. Она стала Селеной, а я стала Крис. Мы стали вести себя. Мы, короче, поменялись телами. У нас возникла идея снять вообще такое видео. Мы поменялись телами, играли друг за друга, вели себя так, как мы видим друг друга. Короче, было очень весело. Да, попробуйте с кем-нибудь. Попробуйте. Что? С каким-нибудь мужиком попробуйте так поиграть. А он поменяйтесь, чтобы он Таня, а вы Лёша. И Лёша такой. Не, вот она, можно еще бы она. Вот ты такая. Вообще жесть будет. Отлично. И расстались. Ладно, мы сейчас посидим и думаем уже куда-нибудь еще пойти, потому что ты разыгралась, расшижилась. Алло. Да. Да, я Крис предлагаю, пойдем в караоке. Пойдем, я попою. Ой, Селена, вот как всегда. Слушай, может продолжим? Мне нравится быть в Крис. Селена, вот как всегда, я ее мысли знала наперед. Я все стояла и ждала, когда же она скажет, пойдем в караоке. Нет, подожди, а мне только что пришло, говорю, пойдем в караоке, Крис. Да я твою мысль уже, знаешь, 3 часа назад, думаю, когда она скажет в караоке. Только я не знаю, потом Крис ничего не сказала, что, как она вообще, она хочет или она думала, что бы не сказала, лучше бы не сказала. А ну-ка, напомни, что Крис вообще должна была сказать? Крис сосредотачивалась на боулинге. Но она хотела в караоке или нет? Крис? Я не знаю, сегодня пятница. По-моему, Крис, она за любой кипиш, как бы, насколько я знаю, кроме головки. Она сейчас как раз немного голодает. Ладно. Ладно, сейчас посидим, потрещим и подумаем, что будем делать дальше. Можем мы даже и пойти спать, Крис. Чудесный день. Какой чудесный. Вот у меня отличное настроение. У меня тоже хорошее настроение. Голова не болит. У меня тоже хорошее. На самом деле мы с тобой так, знаешь, пили, не пили. Почему это должно быть? Мы пили качественные. Пили там. Пили. Пели качественные песни. Пили качественный чай. Лимончики. Да, давно не были в караоке. В боулинг, кстати, вообще такая тема. Мне кажется, Крис, нам надо это традицией сделать вообще. Боулинг. Он так веселит, я реально с таким, ну вот устала, с таким но настроением. Больше не надо, можно. Знаешь, потом начинаешь нервничать, когда устаешь, начинаешь, вот, ну поняла, силы когда уже тратят. Ты имеешь в виду часик или не часик, больше? Часик, да? Да, достаточно с головой, но опять же, в зависимости от компании. Может, мы вдвоем пошли, нам как бы... Ну да, если больше людей, то, конечно, больше. Но вот нам вдвоем на час вообще, у нас уже и руки устали. Ну да, когда устаешь, уже не ну, так. Ну я уже выиграла столько раз, думаю.
Третий раз вот, вообще, и она еще говорит, ну, короче, я не хочу. Как тебе понравилось, кстати, поменяться телами? Мне кажется, можно такое видео интересное снять. Да. Меняемся телами. Только ты продумай. Ну да, но там нужно что-нибудь продумать реально. Но мне кажется, это интересная идея. Но, во всяком случае, психологически это очень интересно было. Мы же знаем друг друга, словечки друг друга, кто как себя ведет. Это надо сначала вжиться, помедитировать. Поняла, что нужно сделать? Вспомнить все. А, ты же должна помедитировать это. Ну, многие артисты, знаете, именно фильмы, как сказать, актеры, они перед тем, как перевоплотиться в какую-то роль вжиться, они сначала медитируют, там уходят, там неделю. Не, ну у нас не так серьезно все будет. Нам надо видео на часик снять. Максимум. Так поясав часик. Нет, еще много часиков. Смотри, с Фикспрайса звезда была, как у тебя, помнишь? Вот Вон Стейли. Да я звезда, я Фикспрайс. Ну, поняла, звезда. А, я поняла. Она я. Сегодня что мы планируем? Сейчас я жду молока и попить кофе надо обязательно проснуться. И у нас сегодня планы с малышом погулять в центр. Погода хорошая. Погода была прекрасная. Может, заведем стрим, да? Вдвоем легче будет стрим завести. Ну, я тебя подержу. Ура! Так что возьмем вас с собой, если что, покажем, как мы там тусим. Как бровями, это нормально получилось? О, отлично. Ты просто профи. Ну что, нашей маленькой семейкой мы отправляемся в путешествие в парк. Я. Денька, скажи, я был совсем маленький еще в парке, вот хорошая погода, надо поехать в парк, пока праздники. Так что мы праздники нормально отдыхаем, да? Можно сказать. Отлично. Ну, половину праздников майских я, конечно, работала, а потом думаю, да что, блин, надо Нет, отдыхать. Нет, а половина она работала, и потом такая говорит, мне так надоели эти праздники. Да, да, они реально надоели праздники, потому что все отдыхают, и в конце концов меня вот на это уже все, ладно, и я буду отдыхать. Надо быть человеком прежде всего. Как все. Они как Селена, животное. И вот, ну, в общем, мы сейчас едем в парк, а сейчас я еще хочу заехать в солярий. Вот, конечно, а, уже идет. Приехали в парк, чтобы мыльные пузыри попускать. Я зря купила мыльные пузыри, деньги перед ними бегают, ну, карусели не нужны. Говорю, поем карусели. Нет. Шарик захотел, теперь он ему не нужен. У него, у Дэни сегодня день шарика, день пузырей. Покажи, покажи маме. Как Денька пузырьки пускает сам. Ух ты! Радости полные штаны. Давай. Вот так, да? А мы на карусельках! Первый раз заехали на эту карусельку, кстати, здесь неплохо. У тебя даже голова не особо кружится. А это только наша первая каруселька, да? Кристинка нас там встречает. Понравилось тебе? Понравилось, Денька? Каруселька. Следующая каруселька у нас это лошадки. На лошадках мы не захотели кататься, да? Ты попил? С той карусели мы встали, и он безумно расстроился. Ему очень понравилось на тех НЛОшках, серьезных, я считаю, серьезных. Это для него уже детские коняшки. Да, Дэнь? Сейчас пойдем, еще паровозик детский будет. Нет? Только туда хочешь? Ай, наш мальчик на каноэ, смотрите, это просто нечто, не боится зайка, молодец, со всеми плывет. Один круг, да? Не помню. Или еще можно? Я не помню. Все? Не, три круга. Такси рассол. Ой, помчали. Три круга. Денька, нравится? Ты мой сладкий.
Кристинка нас решила побаловать сегодня. Накупила ему на все карусели, блин, билеты. И везде ему нравится, да, Дэнь? Везде не хочет уходить. Аж расстраивается, как заканчивается. Ну что, мои грухи, день следующий. Мне позвонил брат вчера и пригласил нас с Кристиной на дегустацию пива нашего ростовского. Это ростовское пиво, да, какое-то? Да, пивоварня недалеко. Вот, я никогда вообще не была на этих дегустациях. Я говорю, конечно, за, там будет куча знакомых, и его, и наших. И твоих. И, да. И в итоге мы с большой компанией собираемся сейчас на завод, получается, да, на пивоварню. Да, да, да. Это будет очень интересно. Не знаю, можно ли там будет снимать, но я постараюсь что-нибудь для вас урвать. Вот мы приехали на такой маршруточке на пивоварню. Сказали, что здесь можно снимать, так что я постараюсь для вас снять побольше всего. Вон пинта написано. Народу много. Тут можно снимать, то я буду снимать все. Каждый уголок. Тем, кому нужно есть самая интересная комната на пивоварне, можно воспользоваться. Да, это самое важное на пивоварне. Долгие? Пахнет пивом уже вкусненько. На выходе можно. Вот здесь самая веселая часть нашей экскурсии. Одеваемся. Проходим. Одеваемся, да. Что тут? Если верхняя одежда, то верхнюю одежду либо под халат. Крис, две сразу, да. Здесь головные уборы тоже. Можем делать дырочку? Говори. Нас облачили, смотри, Лариса, самый чёткий. Новенький. Я, в общем... Девочка, зашла. Сейчас мы будем дегустировать пиво. Ну, потому что мы недавно были с Виталиком где-то и дегустировали даже 4 вида пива. Было очень прикольно, потому что есть пиво, которое со вкусами разные, похоже на шампанское. Я не знаю, какие здесь будут пиво. Здесь тоже видов нормально. Минимум 5 точно. А потом кушать пойдем. Мы приехали с вами на пивоварню Пинта. Сейчас мы с вами находимся в таком замечательном месте, которое называется склад солода. Это то самое важное, с чего начинается пиво. Это немецкий пшеничный жареный солод. Чтобы вы понимали, да, если помните, я вам обещал, дам зерна. Да? Да. Вот. Это жженый пшеничный солод. Попробовать, в смысле, поесть его? Жжёный. Держите, да. Вкусно? Он на вкус как жжёная семечка, да, потому что... Идем в варочную цех. Вау! Вау! Крутецка какая! Горько-ароматный чешский хмель, который добавляется при варке в несколько сортов фирменного пива. Этот хмель культивированный, пивоваренный, гранулированный, именно аккуратно. И очень крутая лестница, и тут горячо, да? Да, конечно, потому что идет варка. Вот здесь регулируется. Давайте все. Два-три человека, пожалуйста. Я вас очень прошу, главное, чтобы не полная. Здесь огромная бочка стоит, а здесь всякие ингредиенты, да? Так, мне вот это вот. А, ладно. Ну что, мы прошли экскурсию сейчас по пивоварне. Я на самом деле в первый раз в подобном месте, в подобной экскурсии. Я теперь пиво прям стала уважать, как-то по-другому на него взглянуть. Мне скорее хочется попробовать теперь все сорта пива, какие они бывают, вообще определиться, какое мне больше всего нравится. И это очень необычно, попробовать пиво, когда ты уже знаешь, как его варили, через что оно прошло, от чего зависят те или иные вещи. В общем, и когда ты видишь, как с любовью люди подходят к этому, как они заботятся о пиве, о том, чтобы все было четко, чисто, дезинфекция, санитария, все дела, короче, сразу относишься к этому еще более лучше. Я вообще не такой особый прям любитель пива, да, но сознанием всего этого, что я сейчас узнала, мне теперь хочется прям более круто разбираться во всем. Сейчас, в общем, мы едем в ресторан Пинта, бар Пинта. Это у нас в Ростове. И будем пробовать все сорта, и нам будут еще рассказывать, как вот и что. В общем, подробно, теперь внутрь. В общем, очень интересно было.
Ну что, мы приехали. Я попросила каждого пива мне налить. Вот в такие маленькие рюмочки, чтобы понять, какой мне больше всего понравится. Еще нам очень много классных закусок принесли. Вот эти вот гренки очень вкусные, они прям чесночные какие-то, с соусами, креветки. В общем, нас тут балуют вообще по полной программе. Сейчас буду пробовать. Ты рад? Ура! 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 Вот, мы собираемся погулять немножечко сегодня. Выходной, и завтра уже я улетаю, Москва, потом Германия, и, в общем-то, хочу с малышом провести время еще. Так что, ну, возьмем его с собой, и, наверное, влог на этом закончится, следующий влог уже будет с поездки. Приехали в игровую зону, в торговый центр Рио. Денька просто замерз на одном месте, кайфует, тут столько кнопочек, столько всего. Пойдем еще глянь, Дэнь, сколько там всего. Глянь, сколько там всего. Пойдем. Скажи, ой, мама привезла для меня куда-то в красивое место такое. Да? Что тут интересного? Крутится все. Светится все, да? Класс. Ой, смотри, какая штучка. Что это такое? В общем, еще одно развлечение нашли. Это уже в другом комплексе. Никого нет. Пожалуйста, все карусели принадлежат нам. Осьминожки, лодочки. Тут даже еще вот какая-то есть непонятная карусель. Все. Ну, здесь мы оставшееся время проведем. И уже потом просто, я думаю, одна минута, и он спит.